Всем здравствуйте! Снова с вами Ирина с канала Огородные посиделки. Сегодня я вам показываю грядки с сидиратами, которые уже взошли, просто перекопанные. Посмотрим на следующий год, что у нас получится. Вот первый раз мы так вот обрабатываем землю. Значит, посмотрите, вот на этих грядочках, вот раз грядочка, два, и вот там вдалеке третья. Сейчас я приближу. Вот, три грядочки мы засеяли рожью. Это было в 10-х числах сентября. Вот она выросла примерно где-то 10 сантиметров, не больше, потому что осень очень холодная стоит. Сейчас вот поближе подойдем, покажу длина, какая у этих росточков. Так, ну примерно, да, где-то 10, где-то 7 сантиметров она выросла. Вот, ну вот на той грядке чуть побольше ростом она, потому что там раньше сеяла. Вот, значит, и некоторые грядки мы просто перекопали. Ну, традиционно, да, вот посмотрим, на каких грядках на следующий год урожай будет лучше, на каких меньше. Потому что вот у нас, видите, вот две грядочки здесь засеяны рожью. Вот эта вот грядочка засеяна рожью. И остальные просто перекопаны. Вот там посерединке петрушка, мы сейчас ее будем срезать. Поэтому оставили еще, пока не перекопали. Вот, значит, вот территория, которая была закрыта линолеумом. Вот видите, да, под ней практически нет вообще растений. Чтобы целину как-то превратить в нормальную плодородную землю, вот таким образом мы закрывали линолеумом. Сейчас муж будет перекапывать. Вот там, где у меня росла капуста и бархатцы, она до сих пор еще не вся убрана. Под картоном тоже земля очень неплохая. Сейчас покажу вам. Вот видите, да, там все перепрело. Вот если открыть картон, вот такая вот земля, практически без сорняков. Так что есть смысл. Вот мульча здесь тоже я убираю. Картон, мульча, здесь все вперемешку было. Сорняков, конечно, намного меньше. Если учесть, что у нас целина, как я уже говорила, первый год мы здесь высаживали. Урожай вот такой вот капусты цветной показывали. Муж их прикрывает от того, чтобы они от росы не потемнели. Вот такой вот. Сегодня будем их срезать, потом можно уже открывать к солнышку. Вот такие вот у нас соцветия большие. Вот еще. Так. Вот это та территория, которая была прикрыта картоном и мульчой. Вот с бархатцами. Бархатцы я сегодня уже семена собирала. Вот видите, они все завяли. Можно собирать семена, чтобы на следующий год не покупать. Только брать надо сухие коробочки. Вот сейчас покажу. Вот такие вот сухие коробочки. Можно уже собирать. Там внутри находятся семена. Вот, то есть они сырые, их дома... Их надо дома, конечно же, подсушить. Вот они, в принципе, уже темные, но только их немножко подсушить надо. Вот так вот раскрыть эти коробочки и разложить на бумажку или на тарелочку. Эти семена можно на следующий год использовать смело. Вот я со всех бархатцев, они у меня тут разного сорта, сегодня насобирала целый пакетик. На следующий год у меня будут свои семена. Вот еще у нас капустка такая вот выросла. Вот. К сожалению, вот были бы еще соцветия, но уже очень холодно. Еще вот большой какой, огромный прямо качанчик. Такой выросли соцветия. Вот маленькие, видите, они уже только-только начали силы набирать, но, наверное, они, конечно, таких размеров уже не будут, потому что холодно. По ночам, днем, а сегодня день хороший, теплый. Ну, сказали синоптики, что это ненадолго. Так что вот хотела я вам показать, как у нас зашла рожь. Вот в 10-х числах посажена. Она, в принципе, маленького роста, потому что осень холодная. Но я думаю, что смысл какой-то будет в этом. В общем, весной все покажу, что мы дальше с ней будем делать. Вот эту территорию мы опять закрыли линолеумом. Здесь была тоже трава по пояс, как говорится. Вот. А та территория, которую вот мы такой пленкой закрывали, у меня есть видео, как мы боремся с сорняками. Вот, посмотрите, отличная земля получилась. Сорняков вообще ноль. У меня сыновья копали, копалось очень хорошо. Но первый год пришлось перекопать, потому что вот видите, какие тут эти комки земли. Если не копать, то все равно в эту землю ничего сажать невозможно. Тяпочкой, как советуют там многие, да, тяпочкой такая земля, конечно, не рыхлится. Вот лопаты все-таки на полштыка они копали. Вот более или менее вот такая земля получилась.
Вот первый раз мы вскопали, больше копать не будем. Будем использовать укрывной материал, сидираты. Здесь я планирую на следующий год посадить клубнику. Хочу сама вырастить, попробовать из семян. Вот. Ну и может быть что-то еще посадим, посмотрим. Так что вот, вот так издалека смотрятся хорошо грядочки наши зелененькие с сидиратами. На этом свой репортаж заканчиваю. Всем хороших урожаев!